Добрый день! Сегодня 24 августа 2019 года. Я пошла на день рождения. Своего поваренка я уже упаковала. Он меня ждет внизу. А я решила, что ну давайте хоть я вот такой вот вам наряд для сниму. А то уже больше недели ничего не появлялось у нас на этом канале. Итак, поскольку мы будем проводить мероприятия в основном на заднем дворике, я обрядилась вот в такую блузочку. Я вам ее показывала, когда покупала. Она вот прямо у меня тут с перьями, вот с такими же красивыми и с цветами, и переходит в леопардовый цвет. Поэтому я нашла леопардовые штанишки. У меня и босоножечки леопардовые где-то есть. Только на виду их почему-то нет. Поэтому я решила, что вот эти вот мои палочки-выручалочки, там есть тоже и розовый цвет, и вот такой вот, даже не такой маленечко. Но тем не менее, и бирюзовый, и желтенький есть. И они сюда тоже пойдут с удовольствием. И вспомнила, что у меня есть украшение вот такое. Сейчас я его поближе покажу. Вот такая звездочка. Я посидеть на заднем дворике за милую душу. Сумку тоже возьму себе почти леопардовую. Она, правда, у меня в листик такой, на золотом фоне осенний листик. Но я ее решила взять. Я теперь прихватываю с собой парочку буклетиков. Вдруг девочки захотят кому-то их дать. И беру маленький пакетик с пробничками. Вдруг кто-то придет из тех, кто еще не попробовал нашу помаду. Надо пробовать. Почему нет? Вот такое раз замечательное украшение. Тоже все в леопардах. Я про него вспомнила. У нас память восстанавливается. У нас все раз замечательно. А из ароматов мы возьмем вот такой вот флакончик. Он и летний. И он однозначно соответствует нашему наряду. Даже по цветовой гамме. Это Love of Love от Moschino. И я недавно ходила с девочкой в магазин, который называется TJ Maxx. И они там купили коробочку вот с таким же огромным флаконом, 100 миллилитров. И там было еще тюбик или два, я в коробочку не заглядывала. То есть гель для душа и после душа, видимо, вот ароматы там тоже были. Причем по такой смехотворной цене. Я-то помню, что я этот флакон покупала по Ленусиной наводке, когда мы были в Новом Орлеане. Я про это рассказывала. Мы зашли в магазин, в котором вы берете флакончик за полную цену, а второй идет за полцены. И я выбрала себе тогда, помню, что Версачи в золоте, а вот это по Ленусиной наводке взяла. Я бы сама никогда его не выбрала, он такой несерьезный. А теперь я вот с девочками была, говорю, вот это берите, берите, это такая смехотворная цена. То есть даже когда я брала за половину и просто духи, они были дороже, чем вот этот их набор в TJ Maxx. То есть там на ароматы, пожалуйста, внимание обращайте. Они могут быть и только за треть цены, или минус только четверть, иногда за половину, иногда уже там какая-то оценка прошла буквально за копейки. Не знаю, может быть, долларов за 20. За 25 они взяли вот такой себе шикарный подарок. И я вам очень желаю, пусть и на вашу голову валятся подарки от Вселенной. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.